Да, очень криво разыгрались. Ой, время снизу. Снизу инвокер приходит. Какая пауза. Да, бизнес-пауза. Бизнес-пауза, та самая. Ну, кривовато сверху ВП, несколько раз замахивается спирит-брейкер, но не может попасть по уходящему дизраптору, из-за этого разменивается. Сейчас посмотрим, как снизу закончится, потому что пока что ВП потеряли трех героев в размен на дизраптора, но могут сейчас забрать коллапса. У коллапса все в кулдауне, вообще ничего нет, инвокер кинул да, МП. Вряд ли ему смогут помочь, а кому перетягиваться-то? Ну, то есть Квапа делает ТП наверх, она не сможет прилететь. И если кто сюда и придет, кто реально поможет?